Иерусалим. Hello. My friend, where is the breakfast? Here. Oh, here. Ah, after, not now. Yeah. 8 o'clock. Okay. We are home. People sit down here. Before you go fishing. Mm-hmm. Beautiful. Народ, всем привет. Началось, так сказать, в колхозе утро. Тепло, не жарко. Сейчас ходим с Вики к ней домой, она купальник возьмет. И на пляж потом вернемся. Надо же поплавать сегодня. Вики, who people? If I go look. No, look. You can come. Come. Come, okay. Mamchina. Mamchina. You speak you alone. We go together. Hello. We are sisters. Three sisters. Sisters? Oh, you feel. Two sisters? Oh, really good. Mm. And sister walk away. At the hotel. Hotel? Walk. Sister.
here. You're welcome. What is your name? My name is Tina. Tina? Yes. Okay. See, home is like your home. You like your home. Vicky, you think you go my room what time? To your room? 9. Okay. 9, okay? You go my friend together swimming, okay? Okay. Sister sleep. You remember our home now? Home? I remember. No, no, for near. I go look at my hotel. No, I can 9 o'clock. Okay? And a scotch. Scotch? No. A little. Shame down. You sleep? Yes. Yeah, small time, okay, sleep good. We cooking here? Yeah. Are you have light? Yeah. Here? But it's short. No? Very short. Ah. It's broken. Ah, no good? Ah, how much? 5,000. Ah, 5,000, okay, after I buy for you. Why no good? Okay, thank you. This kitchen? Yeah. Uh-huh. Let me take care. Okay. Охренеть домик. Блин, ребят, я, честно говоря, когда шел с Вики туда, думал, вот эти строения такие все одинаковые, прямоугольные, типичные, думал, что это склады, что ли, какие-то, или что-то такое, где хранят что-то. Никак не подумал, что в таких местах они живут, тут местные жители. Вот живут три сестры. Кухня какая-то зашарпанная, лампочка даже не горит. Хотел вам поснимать, лампочку ей туда куплю. Спят на полу. Блин, ужасные условия. Ну хоть запустила, не постеснялась, показала, как они живут с сестрами. Сейчас возьмет купальник, через пару часиков ко мне подойдет. И на пляж пойдем, поплаваем. Так, ну что, у меня вот прям здесь будет завтрак. Условия тут какие-то прям уютно все. Сказочно, я даже не привык к таким. Сейчас здесь прям присяду, позавтракаю. Good morning. Окей. Термос. Чаек. Посмотрим, что еще притащим. Народ, конечно, вчера я был в шоке вечером, когда с Вики пришли ко мне в номер, и она парик сняла. Блин, я на нее как глянул, подумал, это совсем другой человек у меня в номере находится. Надо вам как-нибудь показать это. Интересно, купаться пойдем, она без парика, надеюсь, будет плавать. Посмотрите, как голова у нее выглядит. Совершенно как будто другая девушка в номере находится. Я раньше такого не видал. My friend, good breakfast. Okay. Okay.
I look breakfast. Good? Okay. Ну что, пока фруктиков мне приволок. Круто здесь все, смотрите, пальмы, все соломенное. Блин, отлично. Вы же знаете, я редко так отдыхаю. Что, буду завтракать. Сейчас еще яичницу принесут. Ребят, Вики переночевала у меня. С утра приперся этот парень с ресепшена и кричит: давай за нее $15. Я говорю, почему? А ты номер арендовал один, а ночевали вы вдвоем. Я говорю, отосла уши тебе, а не $15. Он говорит, у тебя будут проблемы, я полицию вызову. Я говорю, вчера ты меня заселял, ни о чем не предупредил. Только сегодня поставил в курс, сегодняшнего дня я буду в курсе, что платить. Он, вот, у тебя будут проблемы. Я, ну давай, вызывай, посмотрим сейчас на твои проблемы. И все, он съехал, говорит, ладно, не надо $15 платить. Просто на будущее имей в виду. Вот такой Грузилова на ровном месте здесь. Йога. Йога. Good, no good. Hello.